футболист победит команд за игру. Достаточно непростых погодных условиях. Отдать им должное. И, мое мнение, что показали неплохой футбол. Были встречные атаки, была традиционная игра, были стандарты, чувствовался накал матча. Но итоговый результат, опять же, по моему мнению, закономерен. Мы рады победе. Настраивались серьезно, команда Гомеля неплохая, она это доказала. Мы довольны, мы рады, готовимся к следующей игре. Спасибо. Ну, сегодня явно был не наш день. Вратарь получил на разминке травму. Плюс ко всему пропустили гол в первом тайме в простой ситуации. Поэтому игра начала складываться не по нашему сценарию. Во втором тайме пришлось перестроиться, играть больше на атаку. Старались как могли, но спасти игру не получилось. Хотя, ну, предъявить игрокам какие-то претензии в том, что они не желали спасти игру и не хотели там спасти игру, я не могу. В принципе, отношением я доволен. Ну, пока у нас проблема, третью игру не можем забить. Отсюда и такой результат. Так, можно задать вопросы, представляемся. Алексей Александрович, это «Антисколорит Голдбай». Такой вопрос, кстати, насчет последних трех игр, в которых не было голов. С чем вы можете, это объяснять и что делать? Ну, как что делать? Ну, у нас вывалилось два человека стилеобразующих. Это Комаровский и Жуковский. Естественно, потеря таких игроков пройти бесследно не может. Отсюда, на мой взгляд, пока, я еще раз говорю, что резервы изыскиваем, видите, даем шансы молодым ребятам. Но это пока, еще раз говорю, что молодые – это игра в долг. Еще раз, конечно, безусловно, основная причина – это прежде всего потеря таких стилеобразующих игроков, как Комаровский и Жуковский. Поэтому пока играем теми, кто есть. Алексей Александрович, во втором тайме был инцидент во время паузы, когда Афанасьев пристал к воде в лицо Конгресса. Вы на это отреагировали или остались без него? Это еще раз, безусловно, ну, сам по себе момент не очень красивый, но это еще раз подтверждает мои слова о том, что ребята горели, хотели отыграться, то есть равнодушных как бы не было, эмоции перехлёстывали. Понимаете? Поэтому здесь я вижу, ну, больше, что ли, положительный момент. Ну, хотя, конечно, естественно, разговор состоится, чтобы, ну, на публике такого не происходило. Так, есть еще последний вопрос, пожалуйста. Алексей Александрович, Кристина Козева, интернет-тв, был свой радиокомпания. Скажите, пожалуйста, сейчас уже можно оценить, насколько серьезно травма Егора Хаткевича? Нет, сейчас я не могу ничего сказать. На разминке заболела спина, поясница. Ну, посмотрит врач. Пока не могу сказать. А можете оценить Шеткуса? Ну, Шеткус давно не играл. Ну, в целом, на мой взгляд, сыграл. Спасибо.